Мне еще кусочек табака на язык летел. Так, можно снимать, как вы курите? К сожалению, да. Федя недавно в автобусе ехал. Ну да, Федя, он... Спонсор этого помидора Марина Бедарева. Марина Бедарева. Лаконично. У меня колосухи. У меня такая фамилия была. Почти всех было видно. О. Потому что это была Марина мама. Люди так на нас смотрят, как будто бы, я не знаю, мы тут садомируем кого-то. Они едим помидоры и курим, да. О, этот видеоблогер же, если не помню, как его зовут, который типа через бутерброды курит. Видел? Чего? Я не смотрю. Короче, типа, он делает бутерброды из нескольких разных видов колбасы без хлеба. Он, короче, кладет колбасу, конфету, там, шоколад, вставляет через это сигарету, курит, там еще пепел остается, и он съедает этот бутерброд. Ну, не с бычком, а в смысле, как он говорит, с пепелком. Он еще говорит через пепелок. С дымком. С дымком. Да. Типа колбасу еще дымком подкапчивают. Капитан Боя курил через колбасу. Когда у него просмотры пошли. Я не знаю, насколько, но камера была где-то тут. Вы, суки, так далеко стоите, что вас всех неудобно снимать. Вот. Я стараюсь подальше от Марины стоять, типа, держу. Можете поменяться местами. Чтобы ветер дул в другую сторону. Рейкировочка. Все равно хрен влазите. Плохо похудел. А? Ты плохо похудел, не влазь. Спасибо. Плохо похудел? Да ну, не влазит же. Не влазю, а не влезаю. Нет, влазишь. Не влазит. Сука, не влазит. Сразу видно, кто в Барнаул переехал, а кто в Новосибирск. Я вообще-то не филолог, не можно. А что? Я на мехмате учусь. Мехмат? Компьютерные навыки.